Всем привет, с вами Севпро, и сегодня покажу вам модные крылья для Майнкрафта Pocket Edition. Что ж, после установки данного мода в Майнкрафте у нас появляются крылья, как и на ПК, но крылья находятся у нас в самом конце этого раздела. Ну, что ж, давайте посмотрим на эти крылья от третьего лица. Вот так они у нас выглядят, но, к сожалению, 10 баг. Когда мы переключаемся на наши крылья, у нас меняется скин. Наш скин становится, ну, мы становимся обычным Стивом, да, как это было раньше, когда мы не могли устанавливать обычные скины. Ну вот, что ж, давайте попробуем забраться на гору и с нее слететь на крыльях. И если мы будем смотреть вверх, то мы будем подниматься вверх. Здесь все логично. Но, к сожалению, разработчик этих крыльев маленько поленился. Он не дорисовал текстуру. Как видите, она наполовину маленько дорисованная, маленько нет. Но мы заберемся вот на эту высокую башню и попробуем отсюда слететь. Полетели. Да, ну вот довольно шикарный. Наверное, я не знаю, может быть его долго делать, но нет. Но здесь, как видите, есть и баги. Когда мы долго летим, мы просто падаем вниз. Возможно, это просто недоработка мода. Но также все будет хорошо работать и от первого лица. Берем крылья, и, кстати, все заметили, чтобы крылья работали, мы должны их держать в руках, что довольно неудобно. Допустим, при драке с мобами мы будем драться и лететь. Так мы, ну, не сможем просто-напросто, так как нам понадобится взять в руки меч. Мы летим на солнце, и, к сожалению, мы падаем. И мы забагались маленько в блоках. Ну и здесь, кстати, как кто заметил, у меня стоит храм, который закопан в песке. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.